Этот влог мы начнем с переезда. Заезжаем в квартиру сейчас, он уже все, он уехал. Он собрался вещи и уехал сегодня. Да, я хочу его снять, как ты открываешь. О, шкаф остался здесь. Нифига себе, я думала, здесь вообще ничего не будет. Так это вообще класс. Смотри, здесь даже зеркало есть. В этом месте. Нету сеток на окнах. Это да. Мне кажется, очень классно, очень просторно. Ну да, так, это просто лучшее, что здесь есть. Что-то в том, что GPS, блядь, не работает. Ты должен ориентироваться. Быстренький обзор всего того, что я прикупила. Линка, купа, линка, привет, Таня, меня зовут Вика, и добро пожаловать на мой канал. Этот влог мы начнем с переезда. Вот. Но для начала я еще успею тренировку сделать, потому что я встала слишком рано. Заезжаем в квартиру сейчас, он уже все, он уехал. Он собрался вещи и уехал сегодня. Хорошо. Это мы сходили в Арию с прошлым хозяином квартиры. Ну, прошлый хозяин. Не хозяин, а жилец. Да, арен. Нет, ну, жилец. Жилец, арен, да. Квартирант, наверное. Квартирант. Короче, вот мы ходили в Арию, местную хайвскую. Это мэрия, типа. Да, Ирия сказала. Ну, неважно. В общем-то, мы сходили, Даник там со всеми разговаривал на английском, все, оформил. Скидочку нам выдал. Да, у нас скидка 90%. На год. Кайф. Вот. Ну, сейчас туда поедем. Да? А через полтора часа обратно? Нет, через полтора часа поедем за машиной. Ага. И на машине уже домой. Ну, завещаем. Окей, поехали. Ты не хочешь на квартиру попасть, Вика? Объясни, я мне, пожалуйста. Хочу. Так, ну все, пошли. Да, я хочу его снять, как ты открываешь. Это наше? Да. Нужно туда повесить наше имя и фамилию. И цифру на дверь надо купить. Что это? Третий, по-моему. Ну что, заходим. Заходим, 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 заходим. Вентилятор надо ставить. А можно забрать. Я лучше сказал, мне кажется, дерьмо просто. Нам оставили диван. Подарок, так. Лампочка такая. Мы все равно все поменяем. Здесь все будет красиво. Повесим здесь зеркало. О, открой эти трисы. Нет? Так, просто открывается. Они крутятся, да? Тихо ты. Трисы так просто не открыть. А, если они уже вскрываются вот так вот. В квартире. Чтоб свет был какой-то. О-о-о! Держи. Да, какая-то она не очень. А это сфоткаем. Окей. Короче, вот там он. Окошко. О, шкаф остался здесь. Нифига себе, я думала, здесь вообще ничего не будет. Так это вообще класс. Смотри, здесь даже зеркало есть. Офигеть. Вообще. Свет ну, такой тоже, не сильно яркий, но пойдет. Я не буду так открывать. Полочка. Хорошо. Да, хорошо. Так, это вот кухонька такая вот. Сейчас посмотрим там. Из окна. О, ролл-шторы, это как ты любишь.
Что? Вот такой вид. Вообще, тут стоишь, посудку моешь, на горы смотришь. Да. Такой. Себе неплохо. Да, нам оставили вот это. Так, теперь можно открывать полки. Ну. О, это вообще подарок. Кастрюля! Это оно еще вот так делает. Это кастрюля. Смотри, как оно делает. Не нужно, кастрюля не будет. Вот у вас есть кастрюля. Да. Ну, надо. Это бесплатно. Ну, хорошо. Я согласна. Кайф. Что тут? Сейчас закроем. О, еще тарелки, смотри. Они даже подходят нам. Да, согласен. Да. Это мы спрашиваем, он сказал, типа, если что, вам кажется, что я забыл. Угу. О, это для всяких этих, типа, маслица там туда поставить. Там всякие сковородки. Да, смотри. Сейчас. Что, как духовка? Такая малышка такая совсем. Кажется, это макароны залучше, он так сложил. Mm-hmm. Это мы отложим, чтобы, если что, ему сказать. Да, да. Это историк? Конечно. Сразу немножко не. Чё, как холодильник выглядит? Масло, яйца. Сыр. Сок. Ну ты шо. Чувак классно оформил новоселье. Ну. Смотри, твою комнату. Они должны приклеить здесь вот это. Штучку они не приклеили, должны приклеить одну. Вот. Угу. А в основном все. Ну, тут я буду сложить, кажется. Сейчас. Почему там? Потому что там светлее всего. Ой, еще мусорка. Ну, хочешь же здесь, но просто на стол, там гигантская комната. Ну да, факт. А солнце садится на стол. Еще две лампочки, осени тебе. Осидеть. Короче, шкаф. Какое в этом место. Нету сеток на окнах. Это да. Это мы еще посмотрим. Вот. Надо будет придумать какую-то сетку. Возможно. Там еще какая-то это палка, полка. А, ну и вот тут строительные всякие штуки. Угу. Это они за другими продают. Ну что, сетку подумаем еще. Это мелочь. Ну здесь тебе, ну можешь здесь вот большого окна гигантского красивого. Угу. С видом тоже на Могилову гору. У тебя будет столик здесь. Мастерская. Либо там. Окошко маленькое, видишь? Угу. Темненькое. Там, мне кажется, намного светлее. Угу. Здесь, конечно, поставилась краска. Да. Мы пофоткаем все. Что это не мы? Матрас мы теперь можем положить. Слушай, так это даже не надувной. Это, знаешь, такой прям. Да, да. Можно положить людей. Самый кайф, здесь туалет и ванная отдельно. Вот. Туалетик, и здесь даже раковина маленькая. Ну просто прелесть, просто вообще кайф. О, там еще есть такая антресоль. Это вот это ты говорил, антресоль наверху? Да, и там будет лежать типа строительная. Вот. Вот тут полочки вообще класс. Вот тут еще что-то там есть. Ну тут тоже антресоль. Там тоже что-то лежит. Ну, там хорошо, вообще. Туда можно всякую вот строительную штуку сложить вообще и не забыть о ней. Ванная просто с сиденьем, с видом. Может, косячок или стоит, будет не страшно. Угу. Всего фоткам, чтобы это было у нас как бы. Да. Ну, не знаю, что насчет того, чтобы вешать на улицу вести, а как поднять здесь? Кнопочки. Ты здесь на кнопочках? Сейчас. Как где? Вот тут, я... нет? Вот это она может? Нет, розетка. Нет, там тоже кнопочка. Просто розетка. А... тут тоже розетка. Хм. Тут... здесь еще тоже. Это все розетки. Электрическая. Вообще искать. А то еще должно быть где-то.
А, это спрятаны какие-то провода. А, и все? Не нужна по мне. Захватывает дух, слушай, каждый раз. Ну. Вот я там говорю. Это тряпочка, тряпочка. Да, тряпочка. Все так и будут. Ну. Может, здесь не будет комаров. Угу. Вот здесь не будет комаров. Ну попробуем, но люди ж как-то жили. Что будем делать, оставить, что где-то комаров осталось? Да. Стиралочком. Она не в идеальной квартире, но в хорошем состоянии. Нет, она в хорошем вообще. Полочки, посмотри, сколько полочек всяких. Кайф. И свет есть прямо над этим, да? Да, есть. Да, есть. Вообще такой. А не включать себе абсолютно банки? Нет. Нет, тут не включается. Ой. Это ты? Угу. Такая сегодня? Ну да, походу. Вот это, походу, не работает. Надо мы еще угу. Вот сейчас как... Ну вот сейчас как раз напишем. Ну, должен, но вот он не работает. Туалетный свет, от актрисы. Ой, у нас там уже сидит большая штука. А там. Который Кнозный. Цветочки кушает. Но все равно надо его выгнать. Ну и это спальня. С таким вот видом. Ох! Вот здесь есть сетка. Окна надо будет помыть, конечно. Сколько шкафов, боже, наконец-то. Куча шкафов. Да, что здесь внутри? Полки и полки. Прикольно. Заборчик. Ну, смотри, как раз. Да, да. А там что? А там полки? Полки вообще просто сколько полок. Еще сверху. Это вот можно всякие эти, типа, как знаешь, зимние вещи, постельные, там, там запасные. А там что? Наверху. Ну класс, это теперь вот все сумки можно сложить как-то прям по-человечески. Yeah. Но оно пошире, чем это. Да? Мягкое. Да. Ну, получше даже у нас сейчас. А я люблю, когда твердо. Да все люблю, когда твердо, да? С двух сторон прям розетки. У нас по идее должен включаться, но его посмотрим-то. А там мы еще посмотрим. О, так это прям возле кровати. Можно свет выключить? Да. Если можно включить снаружи, включилась кровать. Ну-ка, проверим, сейчас это делаем. А это что? Да. Офигеть. Когда ночью ложишься, забывай. Кайф. Ну, не знаю, мне кажется, очень классно. Очень просторно. Так. О, здесь даже есть шабатный таймер. Да. Что сказал, я вообще хрен знаю, что это такое, я без понятия вообще никогда не пользовался. Мне в семье есть шабатный таймер. Балкон. Такой вот. Просто. Просто вау. Да, да, но это просто лучшее, что здесь есть. О. Не, ну сюда даже сетку не хочется ставить, если честно. Да, это очень красиво. С таким видом. Не будем просто стыкать его ставить, все. Да. Ну все же как-то жили.
А вот это вверх поднимается, получается. Окно вот это. В американских домах. Может, ты закрыл? Не знаю. Но его, возможно, не открывали лет 100. Не совсем открывается. Ну, вот так вот вообще. Да ладно, ладно, не открывай. Я сомневаюсь, что мы будем им пользоваться. Так, мы наконец-то дождались машинку Эммануэля. А для этого надо ее сначала этот... 19.50. Должен зажать. Мы будем долго переезжать. Этот квест все еще продолжается. Мы едем. Это только первый заход. Квест заключается в том, что GPS, блядь, не работает. Тебе нужно ориентироваться каким-то образом. А город здесь горный, из серпантинов состоящий. Это просто чудо. Никому не посоветую. Я на машине вызываю второй раз. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a f***ing name, I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame, no I'm not that vain, I just wanna be greatness. Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in stocks, it's faster than it. Any crypto, it's all that you spend. Everything that you see is something. Даник заправляет машинку. Пошел разбираться. Мы жесть вообще, мы сейчас выезжали. У нас там склон, гора. Пока мы носили вещи, еще один человек припарковался после нас. И, короче, вот мы в него чуть не въехали, потому что Даник снял с ручника. Машина, конечно, поехала. Или я не знаю, что произошло. Ну, короче, очень резко покатилась машина. Вообще, просто. Мы чуть не влетели. Ну, мы решили в следующий раз машинку мы сейчас подальше поставим, конечно, потому что, ну, это вообще просто нечего. Это было очень странно. Вот. Ну и машинку мы заправляем, да? Даник буквально один раз заправлял машину. Я вообще ни разу. Вот. На часах у нас 22:30. Закончим мы, я думаю, ну к середине ночи в лучшем случае, наверное. Мы пришли к ребятам. Тут вообще Алина сделала просто вау. Едем просто через нижний зон, через радар. GPS не работает вообще. Фантастично. Едем дальше. Мы тут ёжика встретили. Трусишка боится. Нет, ёжик, стой, Даник пошёл тебе за едой. Нет. Стой. Стой, иди сюда. Кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс-кс. Вообще-то сегодня хотелось бы просто лежать целый день, поспать, учитывая, что мы закончили только, ну, в 7 утра мы были дома.
успели поспать, да, у них вообще час. Там пришли ребята устанавливать интернет, но я пару часов, часа три поспала, но ощущается. Но у меня сегодня подработка моя, так что я иду. Ну что, вторник из квартирки. Вот, я вчера снимала, по-моему, кусочек, что я шла на тренировку, на работу. Вот, и, конечно, уже в конце просто это было очень тяжело. Я еле докатала. У меня как бы сначала там работа с малышами, потом уже основная тренировка, на которой я учусь. Ну, короче, тяжеловато было. Вот, и что? Я уже на квартирке выспалась сегодня, ну, 9 часов сна. Физически чувствую, что устала. Не уверена, что я буду делать сегодня тренировку. Но мой внутренний телефон захотел обновиться и выключил мне видео. В общем, мой внутренний достигатор и так переживает, что я пропустила вчерашнюю тренировку. Ну, там просто растяжка, в принципе, ее можно там, ну, типа, сегодня сделать, добавить к основной тренировке. Но не знаю, выдержу ли я основную тренировку, потому что физически, ну, я прям реально очень устала. У меня болит все, и я понимаю, что нужно дать телу отдохнуть, но это мне тяжело дается, да. Сегодня по плану нужно сгонять в Максток, нам нужна сушилка вертикальная. Это такая вот, у нас такая была на квартире в Гомеле, я покупала ее на Валберис. Здесь я видела такую в Макстоке, но у нас была уже сушилка, и, ну, как бы не было в ней надобности. А здесь нет, и у меня целая куча вещей грязных, которые мне надо постирать, а я не хочу их вешать на улицу. Вот, ну, что-то я как-то не очень понимаю, как можно вещи на улице сушить. Вот, ну и плюс, если они улетят просто вот туда, в гору, я к этому не готова. Вот, в общем, будем обживаться, распаковывать коробки и все такое. И я надеюсь, влоги станут поживее, поинтереснее, потому что, во-первых, я работаю из дома, делаю какие-то заказы, во-вторых, уже буду налаживать рутину какую-то, в-третьих, возможно, я буду снимать какой-то еще интересный контент, потому что теперь вся квартира в моем распоряжении, и она выглядит, в принципе, как какая-то студия, в которой можно что-нибудь снимать. Вот, особенно вот с тем видом, сейчас я покажу вам. Особенно вот с этим видом, просто, это просто вау. Я боюсь, что мы не сможем согласиться на что-то меньшее после этого. И причем он каждый раз разный. Ну, то есть в зависимости от погоды море там сливается с небом. Закаты я, правда, еще здесь не встречала, но вот надеюсь, сегодня как раз застану. Ну, а вот так пока это все выглядит. Такое вот все коробками расставлено, заставлено. Вот. Покажу. Вот тут я уже подшивала себе штаны, поставили пока что там стол, но вообще не уверена, что я там смогу сидеть, потому что там светит солнце. Ну, в принципе, это только в первой половине дня, пока я делаю всякие дела по дому. Вот, а во второй я смогу уже сидеть, работать, и тоже вот с таким вот видом. Вот. И вот я вам это покажу, и мне даже не стыдно. Ну, как бы, мы переехали, чё. Вот. Но Даньку я собрал зеркало, его, правда, надо помыть. Но вообще кайф. Быстренький обзор всего того, что я прикупила. Сегодня гуляю с Алисой. Вот у нас ватные диски у меня закончились. Ушные палочки тоже, это в ту же категорию идут. Шкиды и марак это на покушать. У нас закончился шампунь, поэтому я снова взяла все тот же. Лопаточка, тут на квартире ничего нет, поэтому нам нужны вот всякие такие принадлежности. Вилочки такие, вилка-ложки. Вот, Данька такая в детстве была. Я думаю, ему понравится. Вот, и прищепки купила. К сожалению, как бы придется воспользоваться сушилкой, которая на улице. Вообще, мы
Мы с Алисой съездили в несколько макстоков, и я искала вертикальную сушилку. Она там когда-то была, и, ну, я, соответственно, хотела ее, но сейчас уже ничего нет. А я хочу вертикальную. Не вертикальная меня не устраивает. Короче, вот я в поисках сушилки была, но заодно прихватила какие-то мелочи для дома. Придется воспользоваться сушилкой, которая внешняя, в которую нужно вот на улицу вешать вещи. Я не уверена, что хочу, но, видимо, придется. Я забыла сказать, что одна из самых важных покупок – это ложечка для обуви. Вот. В Израиле почему-то мало у кого она есть. Ну что, я впервые что-то вывесила. Такие вот вешалки. Очень стрёмно, потому что там внизу еще и кто-то ходит. Ну, скорее всего, шакалы, но, короче, да, стрёмно вешать. Пипец, надо срочно покупать сушилку. Не могу понять, что такое запах. Почему мне так нравится? Мне кажется, что такая свежесть сложна, такое ощущение. Ну это просто вот как на природе утром, знаешь, такое. Угу. Ты проснулся, там, не знаю, вылез из палатки, а вокруг тебя лес и пахнет этим. Я вообще тоже делаю тренировку вообще просто. Кайф. Я дома. Неужели? Сходила за продуктами, не смогла ничего снять, надо было почистить память. Да, короче, потом у меня была тренировка на роликах, не у меня, а у детей, малышек. Вот, ну, в общем-то, суть в том, что мы вот позанимались, и меня даже подвезли домой. Это вообще просто песня. У меня два тяжелых пакета, портфель. Это очень тяжело. Я думала, сейчас как я буду тащиться с ними, господи. А меня предложили подвезти вообще. Просто песня. Вот, сейчас покажу, что надавали. Говорят, ну, вроде прям хорош. Сегодня хорошо прям было. Даже что выбрать. А это у нас, кстати, шакалы орут. Мало того, что вечерами, так еще и ночами. И мне даже приснилось на днях, что я, блин, это, убегала от шакала. Я пыталась его напугать. Короче, аж проснулась от страха, но Даник меня разбудил. В общем, кадр. Ладненько, я вспомнила, что нужно проверить наше белье. Ну, вроде ничего не улетело. Ну и сухое. Ну такое, кстати, даже я бы не сказала, что сухое вообще-то. Какое-то влажное все равно. Но сегодня не жарко, на самом деле. Так, ладно, сейчас быстренько, а то я уже начала раскладывать. Короче, в наборе было две таких банки. Такие вот штуки. Печеньки, две упаковки. Вот такие чипсики. Ножки я еще сложила. И вот была еще мука рисовая, вот такие макарошки. Ну, я считаю, что набор вообще очень-очень хорош сегодня. Короче, посреди тренировки Даник мне звонит, говорит, включи видео. Я аж испугалась, думала, ну, мало ли, что там ночью кого-то бомбили. Ну, Израиль у кого-то там что-то ликвидировал. Вот. И типа, может быть, на выходных будут бомбить.
сильно. Но этих же, у кого ликвидировали, у них на них еще с другой стороны напали. Короче, я не знаю, жизнь с войной. Возможно ли жизнь на Земле без войн? Я уже устала и не впечатляюсь. Короче, суть в том, что хоба, кресло Даник нашел. Оно, правда, такое, ну, типа, шатается. Вот. Но постирать, как минимум, подушка на нем норм. Ну, как бы ее вот стирануть. Я попробую, может, закинуть ее в стиралку. Вряд ли она поместится. Скорее всего, придется вручную постирать. Ну, ничего. Она прям, ну, хороша. Вот как раз под диван. Вот. Но само по себе оно такое, да. Типа потасканное. Ну, посмотрим. А я уже на квартирке на нашей прошлой Кирьят-Ямовской. У нас же еще это от нее ключи у нас остались. Нам сказали, что мы можем не торопиться, спокойно отсюда съехать. Поэтому вот мы выбрали денек. И сегодня будем перевозить там. У нас остались стулья пляжные. Вот, какая-то мелочь тут. Бутылки. 4 пакета бутылок. Вот. В общем, буду сегодня вот сейчас убираться. Вечером еще Даник приедет после работы. Тоже поможет. Такие вот дела. White monkey flow. Колечу и жрет мьюзик, тогда и разом с нами гоу. Мы покажем тебе, хлопче, я тусую наш район. На замку было 11, зараз пусть замели. Каратей, кажучи, ну чтоб ты понимал. Это Беларусь, йоу, оцени запал. Почитал матрос, На горе девчина и до ночи проводятся. Веточки сбирают, укосоньки плетают. На горе девчиночки родятся, родятся. Веточки сбирают, и песенки плетают. Душенька готова, дому готова, вертайтесь до дому. Дому до дому, душенька до дому, дому до дому. Автотрик спустил цветок, чтоб спокойствие берег, чтобы свое. Так, ну что, пятница, мы окончательно переехали. У меня сегодня должна была быть тренировка и занятия с детками, но я попросила не приезжать сегодня. Во-первых, потому что я очень устала физически. Я вот проснулась и еще целый час лежала в кровати. Вот, хотя до этого всю неделю я просыпалась, подскакивала и бежала бегом все делать. Вот, но сегодня организм уже такой прям все. Я попыталась сделать растяжку, у меня по расписанию идет сегодня, но тоже я до середины дошла и закрыла, потому что отвлекаюсь, не могу сосредоточиться, делаю такое, ну, не очень. И даже кушать не было сил готовить. Вот у меня тут мюсли были. Не с молоком, кстати, а... Ой, с миндальным молоком. Там же в синагоге выдают всякие немолочные продукты тоже. Вот, так что все, мы окончательно переехали на этой неделе, получается. Все, мы вчера отдали ключи. Вот. В итоге почти все убирала я, потому что Даник был на работе, но там немного было на самом деле. Я еще так медленно, не спеша все это убирала. Попросили Жанну, и она нас еще и подвезла до дома. Тоже показали ей тут квартирку. Вот. Сегодня я сейчас планирую сходить в Максток и еще там магазин,
потому что завтра мы планируем ехать по горам гулять. Нужно с собой еды какой-то словить. Вот. И ну, мы еще будем смотреть по обстановке, потому что вторая причина, почему я сегодня не поехала на тренировку, это то, что сегодня последняя пятница этого праздника Рамадана. Ну, короче, этот Рамадан заканчивается. Плюс там что-то кто-то кого-то бомбил. Я уже, конечно, вообще не слежу за новостями, на самом деле. Уже просто живу, как бы, по ситуации, как получается. Но сегодня шаббат, я заканчиваю 5 часов вечера. И, соответственно, еще до Хайфы я доберусь. А по Хайфе мне потом час топать пешком. И, ну, это стрёмно, потому что если будут бомбить, то куда бежать? Могут быть какие-то теракты, может, ну, какие-то беспорядки. Особенно вот, ну, ближе к вечеру, потому что эти все челы будут заряжены. Короче, а может, и ничего не будет. Но, как говорится, бережёного Бог бережет. Я попросила и устроила вот себе такой полувыходной. Полувыходной, потому что вот мне нужно сходить по магазинам, еще до разобрать все вещи. Вот это вот все. Но приятно. Мы уже очень рады. Квартире очень нравится. Вообще, наконец-то такой простор. Такое прям все. Все. Мы очень довольны. Ну все, я собралась. По-быстренькому, потому что как бы шаббат, все быстро закрывается в обед. Очень нравится мне вот это вот сочетание кроссовочек. Ой. Короче, сочетание кроссовочек, вот этих шорт, рубашки. Вообще прям балдею. Ну и сумки, конечно же. Привлекаю внимание, на самом деле, таким видом. Вот. У нас, кстати, не очень жарко сейчас, там 20 с чем-то градусов, но вообще это комфортная прям температура. Вот солнце греет, а ветер холодный. Но купаться мы не будем, много медуз. Давайте отойдем. Пытаемся, и там в обед я уже буду отдыхать, и вообще без спина. Ну да, можем сходить с утра вот прогуляться, а потом сидеть, балдеть, чилить, отдыхать. Встретили закат и это. Ну все, всем пока. Давайте, ребята. Да. Ладно, короче, пиши, звони. Да, мы на связи. У нас... Пока. Мы завтра если отдыхаем, у нас вообще выходной. Да, ура, у нас еще один. Пока. Спокойной ночи. У нас сегодня выезд на природу. Мы ждем, пока нас заберут в таком вот райончике. Это недалеко от нас. Но у них тоже виды ничего такие. А тут не видно, но там с той стороны тоже море. Пошли гулять. Тут вон козочек выгуливают. Ой! Ты хочешь сравняться с землей? А? Ты такой выглядываю. Жопа не сильно отклячена. Нет? Мотор. Дубль один. Вот у меня видно вот там. Ну вот как Маша, короче. Да, все, бежим. Да. А за руки что? Берёмся или просто бежим? Да, да каждый в своем темпе. Скажи свой рекорд. Нормально побежал. Я говорю очень аккуратно. Мы не учли то, что будет дуть ветер. Я учёл. Я нет. А победит тот, кто будет более изысканно бежать. Поэтому... Давай потренируемся, вот просто проходим. Ну, да. Вот так вот, ну примерно как будет. Давайте. Идем, просто идем, посмотрим потом на видео, будет нас видно или нет. Мне кажется, нет. Будет, я уверен, что будет. Все, давайте смотреть, проверять. 1000000% что... Охуенный видос. Ну четко, еще и солнце по центру, это вообще то, что нужно. Блин, солнце бы еще так... Солнцестояние. Да. Получается. Все?
Ну что, пошлите, ребят. Алин, давай. Я тоже поставила вот там. Со всех ракурсов, правильно. Ты молодец, ты вообще. Шаришь от этих, шаришь от этих. Да, конечно, молодец, пожалуйста. Занимается блогерством. Вика, как ты такой занимаешься? Столько лет, что все так респектуют себя. Ссылочка в описании. Ставьте лайк, подписывайтесь. Камера, да, мое почтение, конечно. Против моей. А это типа новее? Ну это 14, ну, да. 14 Pro, а у меня 12 мини. Он несколько лет новее. Да. Ну и Pro, у него тоже камера. Купалинка, купалинка, темная ночка, темная ночка, одежь твоя, дочка, темная ночка, что-то караоке очень одежь твоя, дочка. Моя дочка усатой, ружу-ружу колет, ружу-ружу колет, белые ручки колет. Твой навигатор настроен на туда, где тепло. Ты мой друг, если чё ты стоишь, а я просто тупой. Пошли, где-то рядом, используй его. Ты кому то нужен здесь, я тупо не смешно. Ой, Лёли, для Лёшеньки буря звонила. Вот, ребята, кто-то еще лимончик по депутатски. Так, ты меня сейчас спрашивал, кто соус? Я уже взяла.